Приготовить багет с колбасой и сыром в духовке очень просто. Рецепт просто палочка-выручалочка в любой ситуации. Закуску можно подавать как в горячем, так и в остывшем виде, самостоятельно или как дополнение к основным блюдам. Закуска получается вкусная, сочная и хрустящая. Понравится и взрослым, и детям. Берите рецепт на заметку. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте все ингредиенты. Сыр и колбасу натрите на крупной терке. Добавьте майонез и перемешайте. Багет разрежьте вдоль пополам. Каждую часть багета смажьте начинкой и выложите на противень или в жаропрочную форму. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов около 20 минут. Багет с колбасой и сыром в духовке готов. Приятного аппетита! Покупай все продукты и напитки с хорошими скидками. Переходи по ссылке в описании и получи скидку до 30% на продукты для ваших кулинарных шедевров. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!